тяжелая игра была. Хорошо, что выиграли. Поэтому поздравляю всех болельщиков с первой домашней победой. Пусть приходят болеть за нас. Ну да, было приятно, вот столько много болельщиков. Ну плюс приехали после тяжелого выезда, немножко силы, наверное, были немножко не те, эмоции. Но потом в игре уже приобрели все. Мы старались не принимать, как вы принимаете, если у нас 15 тысяч зрителей смотрят на нас, переживают за нас. Мы старались добавлять каждой смене. Это очень важно, что мы выиграли эту игру, взяли 2 очка и, скажем, выдохнули. Я уже говорил, что нам немножко не хватило эмоций, мы очень много сил и эмоций отдали в магнитке. Вот. И у нас шальной график, практически 15 игр вместе с сборной за этот месяц. Вот, будем держаться, стараться и побеждать. Ну, матч напряженный был, он с первых минут был напряженный. Соперник серьезный, плюс они тоже проиграли несколько игр подряд. И, конечно, тоже серьезно нас настраивались. Но складывался матч, так как он складывался. И мы прикладывали все усилия, чтобы его выиграть. Вот, выиграли в овертайме. Конечно, жалко, что потеряли очко, но победа есть победа. В таких матчах приобрести 2 очка, это тоже дорого стоит. И сейчас нет легких соперников в КХЛ, поэтому каждая команда очень сильная. Все стараются, все играют, и поэтому... Ну, я рад, что мы все не победили.